Здорово! Это обзоры от Mopork, я Трэш, и сегодня у нас 105 лучших игр за прошедший месяц. Поехали! Toby the Secret Mine — это очаровательный платформер, который по сути является клоном Limbo, копируя его не только в визуальном плане, но и по геймплею. И нужно сказать, у игры это весьма неплохо получается. Кто-то похитил всех друзей Тоби, и тебе предстоит пройти долгий путь, состоящий из головоломок и ловушек, чтобы освободить его товарищей. Кругом будут просвистывать топоры и стрелы, а за каждым углом тебя будут поджидать кровожадные монстры. Несмотря на преобладающую черную палитру окружения, в игре множество постоянно изменяющихся ярких локаций. Долгие годы я, как и скорее всего ты, мечтал о выходе Super Meat Boy на Android. И это свершилось. Игру без каких-либо изменений перенесли на Android. Причем настолько без изменений, что поиграть можно только за геймпадом и только на Nvidia Tegra. Теперь ты сможешь вспомнить о былых приключениях мясного пацана, вновь вызволив марлевую подружку из рук злого эмбриона. Особенностей, нововведений или дополнительных уровней ждать не стоит. Игра полностью соответствует оригинальной версии. Так что качать советую тем, кто каким-то чудом пропустил игру на ПК или консоли, либо жутко соскучился, как и я. И еще одним эксклюзивом на Nvidia стала недавно вышедшая Stealth Inc. 2 Game of Clones. Так что игра станет испытанием не только для твоего мозга, но и для твоего пукана. В продолжении легендарной Stealth Bastard тебе вновь предстоит бежать из научно-исследовательского центра, только на этот раз прихватив еще с десяток клонов с собой. Условия окружения меняются с еще большей скоростью, чем раньше, а головоломки стали еще сложнее. С каждым новым уровнем ты будешь получать новые гаджеты и раскрывать новые возможности. Warhammer 40 000 Freeblade — это зубодробительный рельсовый шутер, в котором тебе предстоит огромным механоидом защищать родину молодого имперского рыцаря. Помимо обычных перестрелок, в игре есть сражения с другими боевыми машинами — на мечах и пилах. Вступив в ряды космодесантников Легиона, тебе предстоит пройти 170 сюжетных миссий, истребляя захватчиков. Ты сможешь модернизировать и улучшать каждый элемент Титана. В твоем распоряжении пушки, ракеты, термические взрывы и холодное оружие. Увы, все, что от тебя потребуется, это затапывание врагов. Такие уж они рельсовые шутеры. Зато в игре есть сюжет, захватывающий экшен и потрясающая графика. А на сегодня это все. Ставь лайк, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. До скорого! В котором тебе предстоит огромным механоидом защищать имперскую рыцарь, блять, хуй знает что.